Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Спикер парламента Александр Иванов ознакомился с качеством оказания медицинских услуг, оснащенностью оборудованием приемного отделения Республиканской клинической больницы. Когда состоится голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации, кто сможет принять участие, эти другие разъяснения опубликовала сегодня Государственная Дума. Автограф Победы, такую патриотическую акцию 75-летию Великой Победы запустили в Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Росгвардейцы рассказывают о боевом пути своих предков. У Тибердинской горнолыжной детско-юношеской спортивной школы теперь новый автобус. Он будет зимой возить детей на тренировки в Домбай. Подарку очень рады и тренеры, и воспитанники. Сегодня спикер парламента Александр Иванов посетил приемное отделение Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы, чтобы ознакомиться с качеством оказания медицинских услуг, оснащенностью отделения, необходимым медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Александр Иванов в первую очередь поинтересовался, какие мероприятия проводятся при поступлении пациента, чтобы исключить попадание и распространение инфекции в учреждение. Как рассказали медики, в больницу все пациенты попадают строго через приемный покой, где их осматривает дежурный врач. В приемном отделении есть все для оказания помощи пациентам, поступающим в тяжелом состоянии, в том числе аппараты ИВЛ. Если у больного есть подозрение на ковид, то его через отдельный вход переводят в изолированный бокс, тестируют и при необходимости перевозят в госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией. В Карачаево-Черкесии начал работу 4-й госпиталь на 305 мест для больных коронавирусом на базе Черкесской городской клинической больницы. Он был перепрофилирован и оборудован для работы с коронавирусными больными по решению главы Рашида Тимризова. Госпиталь развернут сверх норматива дополнительно к трем уже работающим в республике. 13 мая был запущен первый блок на 100 коек, теперь вступил в работу второй блок. Изначально госпиталь планировался на 205 коек, но в дальнейшем его расширили до 305. Все койки оснащены кислородом. В госпиталь завезено новое дорогостоящее оборудование. Компьютерный томограф, рентгеновский аппарат, УЗИ, новые аппараты ИВЛ. На базе госпиталя развернуты современные операционные, оснащенные всем необходимым. Коронавирусная инфекция часто осложняет течение хронических заболеваний. И в новых операционных уже проведено несколько успешных операций. Медперсонал госпиталя – это сплоченная команда работников Черкесской городской клинической больницы. И информация из оперативного штаба. 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили сегодня в нашей республике. COVID-19 подтвержден у 677 жителей. Из них 160 пациентов уже выздоровели, четверо скончались. На сегодня лечение во временных госпиталях Черкесска получают 352 человека. Те, у кого лечение проходит в легкой форме, находятся в полной изоляции на дому. Под наблюдением врачей получают все необходимое лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Все лекарственные препараты, расходный материал, другие необходимые средства для лечения этих больных предоставляются в полном объеме. В настоящее время республика, Министерство здравоохранения располагает полным арсеналом всех медикаментов, необходимых для лечения новой коронавирусной инфекции. Что касается госпитальных мест при необходимости стационарного лечения. Мы расширили коечный фонд, несмотря на то, что у нас на сегодняшнюю дату еще имеются свободные места, дефицита коек нет, но, тем не менее, предусмотрено расширение коечного фонда для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Все пациенты, у которых имеются показания для стационарного лечения, они все госпитализируются и проходят лечение. Сегодня Государственная Дума Российской Федерации опубликовала разъяснение по изменениям в Конституцию России, инициированным президентом страны Владимиром Путиным. В нем говорится, когда состоится голосование, кто сможет принять участие, как будет проводиться голосование, а также даны ответы на другие важные вопросы. Подробности у Мурата Джанкезова. Дату проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию России своим указом определит президент страны. Ранее глава государства принял решение о переносе голосования в апреле из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Если днем общероссийского голосования будет определен рабочий день, то он будет объявлен нерабочим. Поправок очень много,
и затронуты фактически все сферы жизни общества. Мне нравится, что наконец-то будет конкретно прописана поддержка здравоохранения, волонтерского движения, историческая память нашего народа тоже в текущей конституции будет отдельно озвучено. Как и в любых выборах, в общероссийском голосовании смогут принять участие граждане Российской Федерации старше 18 лет, за исключением тех, кто признан судом недееспособным или содержащихся в местах лишения свободы. Вы знаете, что в этих поправках обсуждается и вопрос сохранения русского языка, родного языка, что теперь самое главное – это приоритет нашей культуры, общекультурного российского достояния. И он приравнивается к другим самым главным ценностям, как флаг, герб, гимн. И если мы сохраним свой язык, свою культуру, мы сохраним себя как страну. Поэтому нужно принять эти поправки. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосовало более половины граждан страны, принявших участие в общероссийском голосовании. Внесение изменений в Конституцию, внесение поправок – очень важная сегодня тема. И я хочу сказать нашим гражданам, жителям Карачаево-Черкесской республики, не оставаться безучастными и принять активно участие в голосовании по внесению изменений. Такая возможность в жизни наших избирателей может уже никогда не повториться, потому что не так часто это и происходит. Мурат Жантёзов при содействии пресс-службы парламента Карачаево-Черкесии. Сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков, в Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 10, днем 22-27, выше нуля. А в горах ночью местами до нуля, а днем 13-18 со знаком плюс. В Черкесске ночью плюс 7, плюс 9, а днем 24-26 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, дивандеки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Это «Вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии в рамках проводимых мероприятий, посвященных 75-летию Победы, запустило ведомственную патриотическую акцию «Автограф Победы». Каждый из сотрудников Росгвардии рассказал о боевом пути своих предков. О самой акции и о других патриотических мероприятиях, проводимых росгвардейцами, расскажет Алихан Лепшоков. В этом году Управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии провели множество военно-патриотических мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такие акции способствуют в первую очередь воспитанию молодежи в духе патриотизма и, самое главное, это дань памяти героическому подвигу старшего поколения. Всего с начала года проведено уже более 100 таких мероприятий, цели которых раскрывают сами названия. Победа в моем сердце, потомки победителей, лица победы, летопись подвига, стихи победы. Участие вот в этих акциях не проходит бесследно. Количество участников увеличивается. В рамках патриотической акции «Автограф Победы» военнослужащий управления Росгвардии Ольга Майорова рассказала нашей съемочной группе о боевом пути своего деда Василия Гнездилова. В апреле 1942 года Василий Гнездилов был зачислен курсантом-минером в школу оружия учебного отряда гражданского флота. По окончанию был зачислен в московский флотский экипаж. Прошел всю войну в рядах Красной армии в качестве минера на тральщиках Черноморского флота. Принимал участие в битве за Кавказ. За стойкость, храбрость и мужество мой дедушка Гнездилов Василий Никитович указом президента 1985 года был удостоен ордена Отечественной войны второй степени. Также были получены им медали Нахимова, медаль за победу на Германии, а также медаль Жукова.
После войны Василий Гнездилов работал каменщиком 4-го разряда и неоднократно был награжден за успехи в труде. Дедушка никогда не любил рассказывать о войне и очень переживал, когда об этом заходил разговор, вспоминает внучка героя. Действительно, я горжусь тем, что я внучка такого человека. Дедушка хоть и нас берег и не рассказывал все ужасы той войны, которую прошли тысячи людей у нас в России. Также я хотела бы отметить, что продолжаю деятельность своего рода и также прохожу военную службу в рядах Росгвардии. Несмотря на то, что он пережил все ужасы войны, всегда был мягким, честным и порядочным человеком. И сегодня, проходя службу в рядах Росгвардии, дедушка навсегда будет для меня примером мужества и доблести, отметила лейтенант юстиции Ольга Майорова. Алихалеп Шоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Горные лыжи как вид активного отдыха с каждым годом набирает популярность, особенно в нашем регионе, где есть два знаменитых курорта – Архыз и Домбай, на которых обучают зимним видам спорта. Будущие инструкторы, да и просто любители катания на лыжах, занимаются в Тибердинской горнолыжно-детской юношеской спортивной школе. Сегодня ее представителям вручили ключи и документы от нового автобуса. О значимости транспортного средства для учебного учреждения расскажет Альбина Ламкова. За новым автобусом для Тибердинской горнолыжно-детско-юношеской спортивной школы приехали руководство, тренеры и водитель Ларион Каченко. Он с особой радостью проверил и оценил техническое состояние транспортного средства. В этом деле он профессионал, и работу Ларион Каченко выбрал по душе. Опыт внушительный, больше 30 лет. Он с детства не представлял себя в другой отрасли. В горнолыжной школе Ларион Каченко работает 9 лет. Так идеально. Так вообще я вот сталкивался с этими автобусами. С машинами этот самый для пазика, для вот автобуса, для этого, особенно в наших условиях, очень хороший такой этот, ну, и комфортный, и как безопасный. Вопрос перевозки детей стоит на особом контроле в Тибердинской горнолыжной детско-юношеской спортивной школе. Автобус всегда был в учреждении, но срок эксплуатации уже истек, а новое транспортное средство стало важным событием в жизни горнолыжной школы, так как без него процесс обучения невозможен. Автобус ездит каждый день и по одному маршруту. Юные лыжники тренируются в Домбае на склоне горы Муса-Читара. Мы очень рады, что министерство нам выделяет этот новый автобус, потому что детей приходится возить на тренировки обратно, особенно в условиях зимней непогоды. И когда хорошая машина, ну, надежная, и надежный человек за рулем, конечно, это уже внедряет какое-то спокойствие. В горнолыжной спортивной школе обучаются около 200 детей по всем дисциплинам горнолыжного спорта. Для нашего региона эта спортшкола очень востребована, потому что выпускники нашей школы в основном работают на горе, на Домбае работают. Владимир Раздьяконов в Тибердинской горнолыжной спортивной школе обучает детей с 1985 года. Для большей части его учеников этот вид спорта стал смыслом жизни. Одна из них – Майрум Байрамкулова. Сейчас также работает тренером. Прививает любовь к этому виду спорта и обучает техническому мастерству уже своих учеников. Теперь работаем мы вместе. Почему этот вид? Ну, он, во-первых, мне очень нравится. Передача ключей и документов прошла в торжественной обстановке. Министр спорта Карачаево-Черкесии Рашид Узденов в своем выступлении сказал, что для школы по зимним видам спорта планируют закупить недостающее оборудование и снаряжение, которое необходимо для тренировочного процесса. Эта работа у нас ведется каждый год. В этом году мы закупили оборудование для других школ где-то на сумму около 20 миллионов рублей. В прошлом году было свыше 10 миллионов рублей. Эта работа у нас ежегодно ведется. На следующий год, мы думаем, обратим внимание на школу зимних видов. Рашид Узденов рассказал о том, что зимним видам спорта уделяется все больше внимания. В следующем году начнется строительство Ледового дворца в Карачаевске. А это значит, что в нашей республике в скором времени будут развиваться такие виды спорта, как фигурное катание и хоккей. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня старый, но не совсем забытый праздник – День пионерии. В Советском Союзе он был одним из наиболее значимых детских праздников. С распадом СССР приняли решение не отказываться от традиции. Сегодня этот праздник именуется как День детских общественных объединений. Отмечают его школьники, вожатые педагоги, работающие в данной сфере. И в нашей республике этот день по-прежнему чтят, проводят различные мероприятия. Ровно год назад в Зеленчукском районе был масштабный праздник юности, патриотизма и любви к родине. Хоть глаз красные галстуки и уходят прошлое, но остается память и девиз «Пионер для всех пример».
Таким был вторник Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас продолжение фильма «Разбитое зеркало». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей.